пихает могучего Боатенга в штрафную, где и следует нарушение правил. Мира Клоза спалил. Озил. Передача и удар в касание хороший. Клоза упал, с какой-то тоской посмотрел на арбитра. Вопрос, возраст все-таки у Клозы, 78-го года рождения, насколько он физически готов? Насколько сегодня будет готов на протяжении всего матча? Хеведес. Передача вперед. Майкон, окончательно выдавивший Дани Алвеса из стартового состава. Да-да-да, Фред. Швайнштайгер. Швайни делает пас вперед на Озила. Клозе. Немцы идут вперед. Кросс на левом фланге. Отличная передача в центр. Хедира. И потеря мяча. Кстати, можно за это, если активно хватать, еще желтую карточку получить. Вы, наверное, в курсе, что сгорели.